Сезон кончился, пришло время рассказать еще, какие секретики можно использовать, чтобы не зацарапать диски. Пожалуй, эта третья часть самая важная, интересная. Смотрите дальше. Кто не знает, будет полезно. Про головку я уже говорил, про пластик на головке. Если вот эта подошва сильно изношенная, то зазор между диском и головкой уменьшается, и как следствие вероятность задира увеличивается. Показываю на штампованном 13 диске, это не принципиально. Смотрите, у головок есть крепление, вот оно. И сама головка вот так может поворачиваться. То есть вы можете подстроить ее под конкретный диск. Подобрать так, чтобы она пластиком скользила по буграм диска, по выпуклостям, и не царапала их. Если вы подберете, диски бывают разной формы, если на некоторых дисках надо, чтобы головка скользила по краю, то на других, допустим, на Ларгусах, по-моему, у нас были 15-й, надо чуть-чуть внутрь ее сдвигать, чтобы не зацарапать, потому что диск к центру вот так спицы выпуклые. Помимо этого, продаются вот такие вот насадки пластиковые. Их называют нехорошим словом гондончик. Вот на Троммельберг конкретно нету накладки. Но вот подходит такая от какого-то другого станка, именно по форме. Посмотрите, их всего три вида. Вот в Росбалансе, допустим, продается вот это. Вот это похожее, но она не подходит, уже плохо одевается. И еще одна, но та совсем другого вида. Все, здесь просто зажим, одевается на шарик и закрывает с собой вот это место, которое протирается. Вот уже изношенная пластиковая накладка. Видно, в каком месте она протирается, но зато диски целые. Теперь все это наглядно вот на диске литом 17 от Тианы. Видно, как он соприкасается. Пластик скользит по диску, не царапая его. Здесь вот выставляем так. А потом просто небольшой зазорчик даем и все. По сути, вот эта накладка. Вот они такого вида. Но это не от нашего станка. Просто взяли, пытаясь подобрать что-то. Они достаточно толстые и достаточно быстро протираются. Мы уже подставляли под свою подкладку. Но, похоже, жить ему уже недолго, надо будет вырезать из какого-то пластика. Вот видно, где к спице может быть контакт. И видно, что чем тоньше пластик, тем больше вероятность контакта. Подстраиваем. И затягиваем все это дело. В основном на всех дисках примерно одна и та же регулировка, в отличие от дисков с особо мудреным дизайном, где все-таки лучше проверить и подрегулировать именно под них, чтобы потом не подкрашивать поцарапанные диски. На зажимы используются вот такие пластиковые накладки, это я уже говорил. Но они только односторонние, с передней стороны. Смотрите, вот чтобы зажать стальной диск, обычно используют внутренний зажим. В основном вот эти железные зубцы, они разжимают диск изнутри. При этом царапины появляются там. Для литья это нежелательно использовать, потому что там потом начинается коррозия.
Но когда используется, пытаешься зажать большие диски, примерно 19 и выше диаметра для этого станка, внутрь они уже вот сюда не залазят. Приходится литье тоже разжимать внешними зажимами. До 20 радиуса я, до 20 диаметра, вернее, я делал. В принципе, вот, используя такие, ну, обычные резинки, обмотанные изолентой, можно разжать диск литой, не поцарапав его. При этом давление не стоит снижать. Вот как у меня компрессор выдает 10, так я на 10 и разжимаю. Потому что чем меньше давление, тем меньше сила трения там получается. И больше вероятность, что диск вылетит. Сейчас все это же самое на стальном диске. Вот видно, что между зубцами и диском как прокладка стоит резинка, но при этом вот видно, что здесь появились следы. Это старые следы. Потому что все зубцы, вот они как бы, можно сказать, одета капа. Не прокусывает. И когда так делаете, смотрите, чтобы вот эта поверхность диска была без грязи, чистая, сухая, иначе диск выскользнет, вылетит, станок разожмется и застрянет колесо вот в шиномонтажной головке, замучаетесь потом его вытаскивать оттуда. Если используете внешние зажимы только для работы с остальными дисками, лучше такие прокладки не делать, а делать их только исключительно для литья большого диаметра, которое надо аккуратно бортировать.